Сатурн. Кто по Сабреру не догадался. 6 ноября 2023 года, Запорожская область, близ города Орехов, снимаю. Сейчас поснимал немножко Старлинков. Поезда особо не получилось, потому что очень тусклые. Ну, зато я такую уловку сделал, просто приблизил очень сильно. И на фоне звезды, одной из звезд Большой Медведицы, очень эффектно смотрелось, как они пролетали резвенько. Так, ну сейчас мы посмотрим на Юпитер. 3 дня назад было противостояние Юпитера. У нас погода, нам не повезло, были дожди. Поэтому с 3-дневным запозданием, но... Лучше позже, чем никогда. Так. 3 дня не такой большой срок. Было 595 миллионов километров до Юпитера. В момент противостояния, то есть это ближайшее расстояние Юпитера по орбите к Земле. Раз в 13 месяцев, по-моему. Ну и сейчас, сколько, ну, может 596 миллионов, а скорее всего те же 595. ИСО я поставил 400, чтобы можно было посмотреть и спутнички ярко. Вот они, 4 наших красавца галилеевых спутничка. И экваториальный полос. Пускай он сейчас так в ярком свете. Так, боюсь вас обмануть последовательно. Ну, не боюсь, но не хотелось бы. Первая, по-моему, пошла... Ганимед, потом Ио, потом Каллисто и замыкает шествие Европа. Европа пасет задних. Звучит как... Годовой отчет Всемирного банка. Так, ладно, сейчас мы попробуем... Во-первых, резкость попробуем. Во-вторых, уменьшаю я светосилу, чтобы увидеть полосы экваториальные. И вот мы их видим. Ты ж мой красавец. Так, куда? Куда ты делся? Да что ж ты будешь? Юпитер, ты текаешь, значит, ты не прав. Ну, очень сложно, ребятки. Все, отошел. Как есть, так есть. 125 оптической кратности и 4 цифровой. Все, на сегодня хватит. 6 ноября.